Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз в день ты заходишь на YouTube. Здарова, дорогие подписчики, гости канала, с вами по-прежнему Диман и Дуни, находимся в GTA 5, а это рубрика «Битва воришек». Кусяндр, дорогие мои. Сегодня, ребята, мы выбрали район, а именно Каналовые Спучи. Именно вот здесь, по всей этой зоне, мы попытаемся найти какие-нибудь классные тачки, угнать их за отведенное время на все, про все, напомню, 5 минут. Вот, а потом пройти еще ряд испытаний и посмотреть, у кого тачки будут лучше. Вы, конечно же, присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки. Приятного аппетита, кто кушает. Не забывайте подписаться на канал. Ну а мы начинаем. Прямо сейчас полетели. Ну давай. Куда ты пролетел? Оу, красиво. Да. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, где вы сейчас находитесь. Дома или где-то уехали? Где-то отдыхаете? Где-то отдыхаете? Да. Я так информацию просто собираю. Про подписчиков. Лето. Заколебала бринжара. Лучше я промолчу, ладно. Так, окей, я первую нашел, брат. Я первую нашел. У меня первая такая пушечка, что твоя. А. Ну да, твоя пушечка даже не станет рядом с моей пушечкой. А ты нашел, кстати говоря, копейку My Life, My Rules, да? Да, прикольненько. Ладно, окей, маляй, по читу каждого, ребята. У каждого, да. По читу это как бы хорошо. Чё так близко? Так просто, так изи. Окей, заберем. Вау. Нормально. Я, брат, еще одну нашел. М8 Competition. Да. Легал. Чё? Легал, нелегал. Легал Найт. А, легал Найт, ёпта. Чё-то написано. Окей, вторая на базе. У меня тоже вторая на базе. Ты Феррари пригнал. Ничего себе. Пока отлично, окей, да, действительно. Ну, по дороговизне пока ты лидируешь, я так полагаю, из-за Феррари. Феррари это дорого, целом... ты что такое неоновая? Офигеть, неоновая, как будто в Трон лава, поиграл. Неоновая, что Митсубиси. Ну, типа. Лансер Эволюшн, емать, он лифтованный. Жестко. Так, а он беззвучный, ребята. О, я что-то еще вижу. Чё-то вижу еще, не может не радовать. Короче, ребят, напишите, пожалуйста, комментарий. О, блин, красиво. Красиво сделали, красиво, базар, не спорю. Зиру. Вот, да. Напишите в комментариях, ребята, сколько у вас градусов? Действительно, а то я, блин, под печкой сижу, это просто жесть. Под компом, если так. Да. Так, подожди, ага, вот тут я что-то видел, давайте-ка вот сюда мы и проедем, тихо-тихо. Ага, вот так, аккуратнее воду! Отлично, спасибо. Хотя давай, так вот. Хочется на море. Ай, как хочется на море. Ах, как хочется ворваться. Да, да. Ребята. Так, все, не трави душу, братка. Не трави душу. Напишите в комментариях, кто поедет тоже на море. До второго, как говорится, в Комарова. Тоже было бы интересно узнать у вас. Я буду в Комарова каждые выходные. Комарова каждые выходные. Надо как-то съездить, надо как-то, да. Конечно, давайте-ка конечно. Так, ребята, 5000 на этом ролик набираете, я хоть завтра поеду, пофигу на все съемки. Комп погружу, приеду. Так, раз, два, три, четыре. Четыре на базе. Так что да, ребята, мой отпуск, как говорится, в ваших руках. О, бачком нормально навалили. Аккуратно. Навалили? 5 на базе. Тормози! Я почти тоже еще раз искупался. Так, окей. Есть ли здесь что-нибудь? Это что такое? Это слива? Что-то... А, нихера себе. Сливу нашел? Сливу, да, брат. S15, которая. Но только она на самом деле... Мама. Что-то как-то вообще была мне незнакомая. Я чисто так по морде увидел ее. Офигеть. Ну, прикольно сделали. Только я не знаю, зачем так много. Да. А ты что? О, Ноблю. Это 14-я какая-нибудь, не? Не, это S15 100%. Это S15, да? А ну-ка, если, кстати, даже проверить. А, нет, S14, S14, извиняюсь, да, S14. Прикольненько. Машина. Ну да, как минимум это стопудово уже раритет. Как минимум. Да уже это какой-то колхоз. Колхоз. Деревня чисто. Кстати говоря, нашел тачку подходящую. Тихо, а можно? Под колхоз? Либо можно... Она открыта была, нихай себе. Зачем реально? Я тут... Да, все, отлично. Зачем я так... Парился, это что такое? Так, ну это мы, по-моему, видели на прошлой неделе. Что-то их много, кстати, развелось. Давайте-ка тоже заберем, кого? Прикольненько. Черкашей? Сейчас увидишь, брат, сейчас увидишь. О! Да, что? Ты... Блядь, что?
Что произошло там у тебя? Да меня мотоцикл стал нетрешно делать. А что по байкам? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, ну как раз два моих. Нет, заодно. Окей, одной, окей, окей, да, ты заодно. Так, я тут что-то видел, я тут что-то... Заберу. Охереть. Так. Чисто монстраки какие-то из него гоняю, при этом еще и золотой. Не, ну золотой как бы да, вопросов нету. Дорогое местечко, однако... Вау! Подожди, еще хочу. Вау! Еще хочу. Что происходит? У меня невидимые глушители стреляют, прям как с калаша. Так, окей. Можешь покататься потом на Шелби, я пока поеду за последней. В принципе, я видел, я сейчас ее тупо заберу. Ребята, ну, в комментариях давай. Пока напишите, у кого тачки лучше, мои видели. Вани, прямо сейчас мы посмотрим. Так, 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 где тут? Вот тут, отлично. Мать. Запускай центрифугу, брат. Да, у меня стиральная машина, брат. Ты поднялся, получается? Да, мне. Братан, это шага два назад, стопуд. Да. Подожди. Чисто. Ой. Ну ладно, извините. Хотел проехаться по твоим. Так, окей. Смотрим, у тебя дорогие. Это Нобля, это Феррари. Это Феррари. Это Астон Мартин. Да и в принципе, как бы все, да? Ну, очень интересная машина, очень классная. Да, у меня, конечно, куча новых каких-то тачек, я их ранее не видел. Плюс в чат, если вы также. Ну и, в общем-то, ребята, все эти тачки прямо сейчас проверим на испытаниях. Полетели. Ну давай, let's go. Первое наше испытание. Это дерби. А здесь гелик 4x4 против какой-то бабушкинский шкаф, я так полагаю. Поехали. Ну, смотри мне, сейчас тебе бабушкинский шкаф тебя. Шкин, да? Пошел отсюда, слышишь ты, мажор. Ладно, прости, брат. Да, что-то сделать. Я вообще ничего не смог сделать. Охереть. Ладно, окей. Поехали, вторая жизнь. На двух побед играем. Давай. Ты, короче, баканул, я так понял. Надо. Вот так вот работаем, вот так вот. 1-1, пацаны. Ага, хорошо, да, готов, поехали. Да? Все, поехали. Блять, подожди, не поехали. Я случайно свалился. Ладно, давай просто проведем раунд. Мне просто интересно, что будет дальше. Не, ну свалился я, конечно, эпично. О, сюда, сынок, что ж ты наделал? Блять, понял. Я понял. Поехали. Тихо, тормоза. Да ладно тебе. Прикольненько. Ну окей, получилось прикольненько. Окей, да, балл здесь второй твой. Окей, ну, давай, поехали на следующее испытание, погнали. Давай. Ребята, второе наше испытание — это прыжок в длину. Здесь нас М8 и Феррари. Ну что же, поборемся, полетели. Вау, ты куда? Я что-то улетел как-то очень нормально далеко. Все там у тебя, дядь? Я думаю, что да. Ну и отлично. Ребят, напомню, что мы разгоняемся с огромнейшей рампы. У меня брат 800. У тебя что? А я утонул. О, ты пролетел! Меня как стоячего догнал. Это да. А что по скорости было? Подожди. Сколько было? Я не скажу. Ну ты малый даешь. Окей, давайте-ка смотри, ребята, малый. Я приземлился на... Настя, ты меня с кем-то перепутал, подожди. На кубы. Ну а кто ты? Старый уже. Старый у нас другой. Я уже забываю свой возраст. Забываешь? Да. Ну это же хорошо, брат. Главное ощущать себя на лет 15. Ну, когда... Ты прыгнешь сегодня или нет? Когда что-то забываешь, это, поверь мне, нехорошо. Это уже первый признак. Деменция, братан, это да. Она, конечно, преследует нас и каждого. Но ты вылети сегодня уже. Да, бля. Да и сколько важно. Последний раз не вылетаешь, все, по нулям. В смысле, офигел? Ладно, мне пофиг, я полетел. Да. Короче, ну наконец-то! Короче, полететь. Ты уже перелетаешь меня. Это 100%. Я буквально вот здесь. Ты только что меня миновал. Ну и долетаешь. Да, до стройки. Я думаю, на полных скоростях, вероятнее всего, это были бы. Как ее? Обсерватория какая-нибудь, ну там, да, типа того. Да, или да. Рублевка. Окей, друзья мои, второй балл для Дони, пока что он вырывается вперед. Ну а далее мы отправимся на смертельное испытание. Погнали! Давай. Ребята, следующее испытание у нас. Смертельные шашки, и здесь у нас тачка из Сан-Андреас против русской. Да. Реально бодрые копейки на стейдже. Там, я не знаю, что там, валы у тебя стоят стопудово. 3, 2, 1, полетели. Главное, мозги, январь, мне... брат. Да, 100%. Главное то, что... А что, между рулем и сиденьем, да? Да,
Я тяжелый, я забыл, я думал, я легкий. Баскетбол решил поиграть, что ли, фурой. Тихо. Главное, ребята, сейчас не вылететь куда-то, да? Типа там, не собрать столбы, не отлететь. Тихо. Ну, прям конечно, как я на Black Rush. Да. Тихо, вот, так, аккуратно. Воу! А, кстати, ты не вылетишь ли здесь? Ты что, забыл уже? Хотя ты комп ради этого переустановил полностью винду. А я вылетел, такие в итоге. А, серьезно? Да. В смысле? У меня Фепас просто уходил из чата. Причем я даже не доехал. Ждем, окей, что-то новенькое. Так, все, ты доехал, точнее вернулся, все, поехали. Фепас вернулся. Прикинь, было 28 перед вылетом. Сейчас хоть 144 пишет нормально. Порадуйся за него, что ли. Охренеть, так, а я пока еду. Мне кажется, тут уже стопудово ты ничего не сделаешь. У меня максимально удобная тачка для этого испытания. Думаешь? Ну да, даже твой Фепас не поможет. Япс, тудей! Куда? Нет! Полетел, нет. Да? На колеса! Срочно! И газу до отказу! Просто газу до отказу, понятно, пацаны! Понятно. Да, все, я доехал, да? Брат. Да, я только-только вот доехал. Так, а ты... даже не вижу тебя. Я думал, ты был близок. А я смотрю, окей. А, понятно. Окей, отправились, ребят, на следующее испытание. Один балл отыграли, но дальше больше. Ну да, погнали. Ребята, ну что же, следующее испытание. Чисто по рассеченной местности. Проверим, так скажем, баги Вани. Ну и получается, баги мое. Баги Вани. Да. 3, 2, 1, полетели. Тебе можно ник уже менять, баги Вани. Я какую-то, видимо, не ту машину для этого испытания. Ну, объективно у тебя, по-моему, скорость там 87, если не ошибаюсь. Вообще нету, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, меня крутит. Прям как животик, да? Вчера. Туалет? Да-да-да-да. Да не, все нормально, все. Так, аккуратно. Ты куда, дядь? Я здесь, а ты куда? Чё-то... Знаешь, как говорится, посмотреть на тебя можно уже и в церкви не смеяться. Принял? Можно я тебя как-нибудь... По внешне... Вау, ты чё творишь? Ты что творишь? Нормально все, дядь? Поехали. Да, пока да. Тихо-тихо. У меня сверлить начали. Кайф. Подожди, пока мои ролики снимаем, думаю. К концу твоих роликов. Может, закончить уже. Да куда ты? Ты обалдел сегодня или как? Я да. Так, мне развернуться надо. Срочно. Нужен еще один балл. Блэд, мне баллы нужны так-то. Не надо тебе баллы. Е-мать, а куда я? Охереть. Ну я погнал, братуха, на финиш. Ну давай. Не, надо что-то с этим делать. Мне балл нужен, стопудово. Догнать. Куда? Тихо. Ребят, вы извините, я, конечно, максимально сконцентрирован, но сами понимаете, тут как бы концентрация даже больше, чем когда я ЕГЭ сдавал. Ага, да. Да ёпс, туды, как? Нет. Да ну, блядь. Да ладно, ну чисто на скоростях, чисто. Чисто на уверенности, чисто забрал. Так, а что, у нас ничья вроде как. Идем дальше, полетели, осталось буквально 2 раунда. Предпоследнее наше испытание, ребята, это драг рейсинг. И здесь у нас Нобля против С14 сливы. Желаю удачи. 3, 2, 1, полетели. Так, старт хороший. Ага. Нет! Бери, сожри! Давай! Разгони! 160! 168! 170! 170! Ну да ладно, тебе чуть-чуть не хватило. 175 по итогу. Ебой. Ай-яй-яй-яй. Ты, конечно, красивая, ну и убогая, ну и не быстрая. Ну и так себе. Она ладно, поехали, ребята. На следующее финальное наше испытание. Пока что ты впереди. Спасибо. Давай. Финальное наше испытание. Скинуть тачки с горы Чиль. Подожди. Что такое? Мне показал. Ну я, конечно, казалось, сейчас не могу тормозить тоже, но как будто она рвет. Кого рвет? Надеюсь, твою картинку. Твой. А еще самое главное, это тоже. Со старта нарвет, брат. Причем очень крепко, так скажем. Надо будет как-нибудь потом проверить на оффроуде ее, но пока что ты рядом, и это меня немного расстраивает, так как мне нужен балл. Ну, я, так, наверное, главное... не поеду, чувствую. Бля, да как? Поехал! Бля, спасибо! С собой. Вот, не... Благодари меня. Молодец, красавчик, лучший у мамы с папой. Угу. Но я просто очень медленно, прям как твоя жизнь, разгоняюсь. В смысле, ни хрена себе. Тихо. Возраст уже, что уже быстро не надо.
Ну да, то что-нибудь сломаешь, там, как говорится, суставы уже не те. Так. Вот сюда. Ну, кстати, разогнался неплохо. Ё-мать! Да не камень же! Блин, мне надо камень. Молчать в таких ситуациях. Спасибо. Да, спасибо, брат, спасибо, даже это приятно. Ну что же, ребята, это мой балл, и как бы вроде ничья у нас по общему количеству, поэтому пишите в комментариях, кто побеждает в этом шоу. На этом прощаемся, всем хорошего настроения, удачи, пока-пока. Пока.